Сегодня у нас на обзоре необычный велосипед, это крокодил на базе ХВЗ. Это истинный рекорд, трековый велосипед с прямыми обратными дропаутами, к которому приварили петух и поставили переключатель скоростей. Просверлили дырочки под крылья и багажник. Багажник от десны, колеса от дорожного велосипеда. На вилочке тоже у нас приварены ушки, посмотрите, да, сколько человек сделал всего, чтобы получать удовольствие от катания на нем. Руль, скорее всего, родной, трековый, потому что видите, как он разведен в бок под углом. Насчет выноса ничего не могу сказать, скорее всего, тоже родной. Крепление вот это вот наверняка не оригинальное, монетка тоже не отсюда. То есть велосипед был односкоростной, а сделали из него вот такой необычный крокодил. Сидушка просто огонь, еще со старым штампом. Кто-то постарался. В общем, велосипедик этот приобретет новую жизнь. К сожалению, вилочка поведенная, рама немножечко поведенная в пределах 5 мм. Вилка совсем поведенная. Рама будет разбираться, отрезаться петух, все это будет перекрашиваться, и человек забирает раму, будет делать из него фикс, современный фикс. Вилку, не знаю, оставить, не оставит, наверное, другую поставит. А колесики уедут к другому человеку. В общем, мы его полностью разбираем и даем велосипеду третью уже жизнь. Первая была трековая, вторая была такая дачно-туристическая, а новая жизнь будет у него фиксовая.